Доброго дня, девочки, доброго дня, мальчики. Смотрите в Сочи, как светло. Фигуры как на ладони. Прохладненько так. Все потихонечку начало таять уже, но тут же замерзает. Завтра уже на плюс, сказали, все. Ой, красиво как не было. Гололед же страшенный. Вообще невозможно ходить, все как на лыжах, потихонечку. Но вроде с завтрашнего дня потепление, все растает. Самое удивительное, что здесь никогда не бывает луж. Вот у нас, по крайней мере, на юбилейном. Видите, машина кое-как едет. Где-то мальчишки катались с собакой с горки. Одна колея, кое-как, он уже в луже. Просто отпусти мою ладонь. У меня уборочка сегодня получила. Две коробки, надо все это показывать вам. Ой, может быть, вечером соберусь. Все, целый день. Время уже 4-5 час, я все еще ковыряюсь. Все еще ковыряюсь. Потому что звонки. Тудым-сюдым, уже белья опять целая куча. Вот целый день. Юля говорит, мама, чем ты занимаешься целый день? А я вот не знаю, мне целого дня мало. Вот ходим с Масечкой друг за другом. То поиграем, то покушаем, то сядем, то сходим, то посидим, то еще куда-нибудь. Вот так целый день, девочки. Хотела же вам показать я. Девчонки, ну я же допиваю Энель-то. Вот что хотите, то и говорите. Вот смотрите, значит, вот целая куча, вот такие четыре их, четыре было, значит, сначала я кишечник выпила, полностью пропила, затем печень пропила полностью, сейчас я почки пропиваю полностью, очищение, но мне нравятся вот эти бластеры, так, детокс, а, это микрофлора у меня, и четвертая будет микрофлора, вот по таких четыре таблеточки, в день. Две таблетки утром выпиваю и две таблетки вечером. Девочки, это все на травах. Нету здесь никаких, абсолютно никаких нету химических всяких таблеток. Это комплекс полностью травяной детокс. Вот такие пью. Четыре. Вот эти четыре. Вот это завершение будет. Значит, сначала кишечник чистили, потом печень, сейчас почки. И баланс микрофлоры. Вот четвертая у меня будет. К ним я пила еще, а коробки у меня нету. Drive Effect пила, который выводит воду. Почему у меня сразу это лицо такое отекшее утром? Потому что я уже неделю не пью, у меня его нету. Его надо купить и нету. Но мне очень нравилось. А это вот еще коллаген буду пить вот с этим. Баланс микрофлоры, буду пить коллаген для суставов, формула. Вообще, девочки, это для диабетиков. Сахар у меня пришел в норму, сахар у меня 5,8, вот, и поэтому вот это мне все очень нравится, хоть что говорите. Тем более почиститься надо, и кишечник надо, и печень, и почки надо почистить.
Вот. Но много воды надо пить. Надо пить 1,5-2 литра воды в день. Вот, когда чистишься. Так что вот такие дела, девочки. Девочки, вот этот Dryan Effect. Ну, мне красный что-то не очень понравился. Понравился зеленый. Но он у меня закончился. Закончился, Ниночка. Привезла мне там несколько стикеров. Ну вот, пищевой концентрат. В рационе питания людям, контролирующим массу тела. Состав растительных компонентов. Экстракты гибискуса. Гибискуса. Экстракт гибискуса, бузины, тамаринда и артишока. Для ускорения обменных процессов в тканях, выведения токсинов и устранения застоя жидкости. Запускает процесс похудения. Вот по одному штуке, по одной штучке 2 раза в день я пила. Так. Красный сильно сладкий, мне не нравится. И еще Нина привезла мне вот таких вот всяких. Смотрите. Вот таких напитков всяких. Я просто вот в кружечке завариваю и пью. И мне очень нравится. Облепиха, все натуральное, видите, с фруктозой. Напиток сухой на фруктозе. Ну, шикарные, конечно, шикарные. Меня, знаете, что девочки подкупают? Что это все в Новосибирском академгородке делается. Потому что там вот в наше время, кто, ну, вот моего поколения, люди знают, что Новосибирский академгородок, это было самое-самое, прямо вот впереди идущие были разработки, которые применялись, знаете, в космической отрасли. Вот космонавтов готовили. Там, знаете, потом институт питания работал вот для Кремля. И вот это вот все-все-все. Вот. И я поэтому, знаете, мне вот даже аромат вот совсем другой. За Лёвой, наверное, уехал? Нет, еще. А что? Ну, он задержится. Так, рубашку тут не забери. Там что-то все разбросано. Это вчерашнее? Ну, он в корзину бросил. Наверное, уже знаю. Завтра поедем? Пенсионку-то. Собираешься? А что мне собираться-то? Документы все есть. Ну что, ты не знаешь, что ли? У меня всегда все есть. Все четко? Все четко. Молодец. Что, когда у меня что не было четко? Я не сомневался. Ну вот. Что мне постель у него тут не нравится, все перемятое какое-то. Один носок здесь, другой там.
все по порядочному у сынка. Все у сыночка по порядочному, чистенький стул, гаджетов целая куча всяких. Да я не с тобой разговариваю. Ой, дожди на сегодня, всю ночь лил. Весь день дождь, никого нету. Вот здесь хорошо вообще обзорчик. Еще лучше, чем с той квартиры. Алису хотели привезти в час дня, что-то нету. Пойду сейчас позвоню. Вот видите, потихонечку здесь школу вот эту вот учебную все плетнем вот все обнесли. Умеют они порядок, конечно, наводить. В детском доме вот здесь детей немного. И есть прям такие. Ну, средний возраст. Подростки есть, девочки, мальчики. Ни разу не слышала, чтобы кто-то кричал. Всегда играю тихо, спокойно. Все осень, настоящая осень. У Михалыча супчик, котлетки, рис. Отлично. Вкуснятина. Чем ты играешь? Твоя мышка кайфает. Пи-пи, 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 пи-пи. Оторвала. Давай. У меня здесь еще есть. У меня здесь еще есть целая куча. У тебя ж игрушек, каких только нету. Вася, каких только нету. Так, это не нравится. Это только на кроватке играем с такой. Это из новой серии. Здесь ее смущает шарик, что бренчит, не нравится ей. Так, это не нравится масечке. Так, мышка, настоящая мышка. С перьями, с перьями. Тоже не нравится. А вот мышка, а вот другая мышка. Нам очень нравится. Вот эта мышечка нам очень нравится. Вот эта мышка. Этой мышкой мы играем с удовольствием.
Она уже все ее обмуслякала, уже все ее. Смотрите, уже мышка-то какая вся в разные стороны. Все перья уже у нее повыдирала. Девочки, ну я вот захожу в свой любимый Флебурже. Смотрите, какие здесь вот всякие десертики. Ой, я не удержалась. Я же беру. Обязательно съем. Ой, обалденные, конечно, они. И беру здесь еще по 60 рублей. Гречневый багет мне очень нравится. Вот. И чиабатта очень вкусная у них. Ну, помните, вот я вам показывала с улицы же окошечко было. А сейчас-то они сделали прям помещение. Очень вкусная кофе, девочки, здесь. Обалденно. И еще у них есть вот такие... Сейчас покажу вам карты скидочные. Вот есть вот такая скидочная карта. И по этой скидочной карте вот каждый 7-й хлебушек бесплатно у вас будет. Очень выгодно даже. Раз, и батончик бесплатненько. Вот мне нравится. Кофе очень вкусная здесь. Выпечка. Поэтому, девочки, заходите. Видите, как все хорошо, уже новогоднее настроение, фонарики, никого нету, спокойненько. Вечер, потому что я же вечером люблю гулять.